Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами на канале «Стройгарант Анапа». Меня зовут Лариса, я менеджер по продажам. Находимся мы с вами в коттеджном поселке Азовский, который расположен в замечательном городе, в южном, цветущем городе Темрюке. Этот город примечателен тем, что он находится практически между двух морей. В 8 километрах от города у нас располагается прекрасная станица Голубицкая, в которую приезжают отдыхающие со всей нашей страны. И там у нас шикарная курортная зона. До Черного моря здесь тоже недалеко, порядка 40 километров. И в этом замечательном, ярком, солнечном городе мы построили наш коттеджный поселок Азовский. В поселке вы видите дома все в одном стиле архитектурном, но разных проектов. Проекты мы строим от 50 до 145 квадратных метров. То есть каждый покупатель может выбрать себе дом по своим предпочтениям. То есть практически может осуществиться любая ваша мечта о доме, который вы себе представляли. Только здесь у нас используется мягкая трехслойная черепица технониколь. Этот материал зарекомендован тем, что он мало прогревается, также очень хорошая шумоизоляция. Совсем недавно у нас было отстроено и сдано новым владельцам несколько домов, которые расположены в начале поселка. Обратите внимание, пожалуйста, что поселок наш заселен. Это можно понять по наличию автомобилей. А чем занимаются люди? Ну, занимаются, конечно, своими приусадебными участками, потому что уже многие заложили сады. Сады здесь начинает плодоносить очень рано, на радость своим хозяевам. Поэтому люди живут, наслаждаются жизнью. И люди, которые переселяются из дальних регионов, из сибирских регионов, для них это очень актуально. Можно построить баню, посадить сад, то есть заняться своим приусадебным участком. Здесь всегда на юге есть чем заняться. Сейчас практически 80% домов уже заселено. Вы видите, что люди живут, но, несмотря на это, поселок продолжает строиться. У нас очень много домов сейчас на стадии строительства. Сейчас мы вам их покажем. Вы видите, что у нас строится не один, не два, не три. Сейчас на стадии строительства сразу несколько домов. Дома наши продаются, строятся. Посмотрите, вот стройка идет полным ходом. И поэтому я советовала бы вам не затягивать со своей мечтой, переезжать на юг, строить дома усилиями нашей компании. Потому что дома качественные, доступные по цене. Мы можем подстроиться под ваш бюджет и предложить вам дом, который действительно вы сможете купить, переехать, и он станет домом вашей мечты. Вот, пожалуйста, дом 90 квадратов. Дома все разные. Рядом домик 70 квадратных метров. Его уже заводят под покраску штукатурки. Следующие дома. Дом 130 квадратных метров с церковным окном. Дом 106 квадратных метров. Дома для большой семьи. Также здесь мы тоже видим строительство. Дом 106 квадратов, 125 квадратов. Дома все разные. И несмотря на то, что они в едином архитектурном стиле, каждый может выбрать дом по своему желанию и воплотить свои мечты, воплотить свою индивидуальность в каждый проект. Звоните на номер телефона, который вы видите сейчас на наших экранах. Наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют, ответят на все ваши вопросы. И вы поймете, что иметь дом на юге – это не просто мечта, а это реальность. И мы вам в этом поможем. Спасибо за то, что вы смотрели наш ролик, что вы интересуетесь. Поэтому я приглашаю вас подписываться. Смотрите другие наши обзоры, потому что большинство ваших вопросов, возможно, уже отснято, их можно пересмотреть. Ну и всего вам доброго, солнечного, радостного и светлого. Пусть все у вас будет хорошо. До свидания.